Привет, друзья! На видео одного из украинских солдат был замечен редкий бронеавтомобиль CRAS Strike Group Cobra. Бронемашина Cobra – автомобиль практически неизвестный даже для самих украинцев. Его часто принимают за более распространенный Кугуар. Бронеавтомобиль разработан в 2015 году канадской компанией Strike Group на шасси автомашины Toyota Land Cruiser 200 и выпускается по лицензии с заводом CRAS. Корпус бронемашины изготовлен из стальных броневых листов и обеспечивает защиту от пуль калибром 7,62. Противоминная защита обеспечивает защиту от взрыва двух ручных гранат. Экипаж машины 2 человека и 6 человек десанта. В крыше машины находится люк, где может размещаться солдат с пулеметом калибром 12 мм. Запас хода бронемашины до 500 км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.